обещала турецкая делегация правительства города Анкары. Они взяли на себя по строительству городского парка все освещение, спортивную площадку и фонтан в центре парка городского, где мы хотим сделать аллею городов побратимов. Я могу сказать, тут сидят все наши судакчане, можно подумать о том, чтобы перенести Ленина где-нибудь в другое место. Можно об этом подумать. Всем вместе. Парк городской – это гордость всего города. Я был комсомольцем, я с уважением отношусь, поверьте мне, к той памяти, которая была, к нашей истории. Но мы идем вперед. Мы делаем город, поверьте мне, лучше, лучше и лучше. Мы его сделаем вместе с вами, всеми судакчанами. Почему бы не рассмотреть этот вопрос в комплексе? Не в ультиматуме, а в комплексе. Его не тронет. Там, наоборот, это увеличение парковой зоны озеленения. По существующим дорожкам, которые есть, идет благоустройство, идет освещение, ставится лавочка, наводится действительно порядок. Я без проблем могу любому из вас, давайте договоримся на какой-то день, сделаем в малом зале исполкома, мы покажем проекты, вот архитектор вам покажет, расскажет, нет никаких проблем. Он нужен, это наша история. Об этом даже речь. Речи даже об этом не идет. Я же вам предложил, давайте мы встретимся, поговорим, найдем какой-то компромисс все вместе. Я к этому диалогу готов. В конце концов, можно провести общественное слушание по поводу поднятия того же вопроса о переносе памятника. Никто же не говорит о том, что приняли решение, не услышали мнение граждан и его перенесли. Или вы хотите сказать, что были какие-то решения глобальные в городе за эти 5 месяцев, которые не обсуждались бы с громадой? Решений таких не было и не будет. Мы все будем делать вместе. Любой стратегически важный для города вопрос обсуждается. Если этот вопрос касается предпринимательства, с предпринимателями. Касается любых других тем, он обсуждается со всеми. И мы открыты, и мы не боимся, мы пришли к вам, стоим перед вами и готовы отвечать на все. Парк с воздуха в Судаке не падал, как и Кипарисовая аллея. Ее аллею, парк садили судакчане. Мы ждем, что кто-то нам сделает. Вот первые субботники – это начало процесса. А возле каждого дома, возле каждого на каждой улице должны делать мы. Чтоб «я судакчанин» звучало гордо. Вот тогда что-то будет. Спасибо.